Спасибо большое за поздравления. Ну, я так хочу сказать, что очень конструктивно так что произошла вся игра. Ну, и в целом можно сказать то, что мужики помогли мне в этом во всем. Так что больше нечего сказать. Наша команда, я считаю, здорово сыграла. Чуть-чуть поменьше, я считаю, убрать лишних передач и больше завершений. Ну, и все будет. Честно, это мой первый сухарь вообще в моей карьере спортивной. Ну, будем дальше идти. Дальше видно будет. Хочу сказать, что защитники здорово боролись на пятаке. И центральные тоже спасибо им большое. Спасибо большое своим болельщикам. То, что поддерживаете нас и всегда за нас болеете. Матч прошел для нас очень плохо. Проиграли как бы с большим счетом. Установку полностью тренерскую не выполнили. Были моменты, надо было забивать. Были очень хорошие моменты. И в ноль выбегали. Так просто не сыграли на своих местах. Где-то надо было потолкаться, не потолкались. Ну, так получилось. Тренер сказал, будем делать выводы, стараться улучшать свою игру, как бы радовать болельщиков. И будем побеждать.